Вы видели начальные кадры, в начале концерта кадры из фильма. Это, кстати, единственный практически киноматериал, которым снят Саша Башлачев. И там сюжет действия происходит в известной котельной ленинградской. Она называется «Камчатка» до сих пор. И вот сейчас там работал Цой, кстати, и масса еще рок-н-ролльного народа. И вот сейчас выступит человек, который является в настоящее время начальником этой котельной, то есть начальником Камчатки. Его зовут Андрей Машнин. Если ты не
слышишь стука, Родина слышит. Если ты не знаешь срока, Родина знает. Точат зубы хилые подпольные мыши, расправляют крылья перелетные стаи. Бросил в пашню злое семя сеятель смуты. Выросли на поле неродные колючки, покатились по земле сырой неуютной, чертом поминая край родной злополучный. Светлый путь, да заблудился в потомках. Постучался в бубен, вышли козыри черви, скорбленные мясом броненосца Потемкин. Под ногами путались дорожные ветры, в черных медных трубах неустроенно воя. Выстелили пыльной колеи километры, стыдными страницами истории строя. Раскулачен, раскурочен край мой болотный, верные холопы застолбили участок, досками почета заколочены окна. Завязал узлами стаи росовый галстук. Занято войсками мое место под солнцем. Псы сторожевые непрекаянно брешут. Убежал от недалеких оруженосцев, а пришел туда, где любят ближнего мертвых. Их попросту нет, как нет, между тем и живых. Зачем мы придумали всю эту смерть себе и пугая самих? Всеобщая сущность не больше строки, добыча еды и любви. И бродят по свету жиры и белки, себя называя людьми. Вечная память, вечная память. Родились, чтоб было кому умирать, сырье для обыденных жертв. И первый наш крик был похож на ура, идущих на верную смерть. Война поколений построились в ряд под синью вонючих знамен. Погонные метры покойных солдат с условным различием имен. Вечная память, вечная память. Консервные блоки домов без лица хранят нас до дня похорон. Как скучно покорно тянуть до конца, как весело выскочить вон. А те, кто ушедшему в спину свистят, по-своему будут правы. Но мы относительно живы, хотя мы все абсолютно мертвы.